Футбольное поле в подарок. В преддверии празднования Дня города в Чебоксарах торжественно открыли новую спортплощадку. Напоминаю, на нашем стадионе сегодня играют две популярные команды «Астра» и «Тюльпан». Футболисты в белых футболках и белых трусах имеют подавляющее преимущество. А на футбольном поле возле Чебоксарской школы номер 27 команды «Волга» и «Рубин». Юные футболисты первыми опробовали новое поле с искусственным газоном. Ребята признаются, играть на нем одно удовольствие. Ну, покрытие хорошее, я думаю, для детишки это самое оно. В наше время в школе таких не было. Думаю, это даст толчок для развития футбола. Изменилось не только футбольное поле. Рядом со школой обустроили современную баскетбольную площадку, зоны для игры в шахматы и шашки. Вообще это очень здорово, что развиваются спортивные площадки в нашем городе. Тем более такие, которые находятся очень близко к жилью, близко к школе. Я думаю, это будет иметь огромный успех. Это для нас большое событие, так как такого стадиона, ну, у нас он был, всегда был. Но сейчас такое оборудование, такие снаряды, такой стадион отремонтировали, что нам безумно приятно. Будем кататься на велосипедах, на роликах. Все для развития наших детей и здоровья. К слову, спортивная площадка была построена в рамках муниципальной программы обустройства футбольных полей. С 2017 года стартовал муниципальная программа по созданию спортивных футбольных площадок. Это непростые футбольные площадки в нашем понимании в виде дворовых, а действительно по спортивным стандартам 30 на 60 метров, которые позволяют школьникам заниматься не только любительским спортом, но уже и предпрофессиональным, с ориентиром на то, что они будут действительно заниматься футболом. Всего за 2 года в Чебоксарах было обустроено 5 футбольных полей.